САС Вектор Силва 36 футов. Она трехкаютная. Да, трехкаютная. 2007 года. Снизу не вот этот погон здесь, да, гик немножко неудобно. Она трехкаютная. Да, трехкаютная, 2007 года. Интересно тут. Ну так. Ну да, свежачок такой ощущается. О. Она снята вон там. Осушитель. Холодильник такой же. Спас-жилеты. Сухо все. Конденсат. Да, сушитель. Может, просто поэтому и нет конденсатора, потому что все колодки хотят. Уже не буду беспокоить, киревые болты смотреть. Ну как, что там? Ну там что-то открыто. Там. Ну уже такая, да. Маленькая. Ну нет, как та, только что и туалета нет, и дополнительных этих шкодок. Ну это, она уже после тех водок, как бы для двоих просто. Сейчас я еще двигатель посмотрю. А, Ямар. Ямар, директ драйв. Не, просто посмотрим. There is water from rain. There was a lot of rain. Вода от дождя, дождевая. Ну, соленая. Посмотрим. Так уж, чтобы знать. Масло черное, эти все черные. В целом, лодка интересная, хотя для нас маловато. Единственное видео, которое я посмотрел об этой лодке, это у яхтенного блогера Ильи с канала Купидитас Сайлинг. Но что известно, когда они искали лодку в 2016 году, им такую 2003 года предлагали, если верить Илье, за 25 тысяч евро. То есть разница осмотра с датой производства яхты была 13 лет. Сейчас, когда мы смотрим эту лодку, тоже те же 13 лет разницы, но нам ее предлагают за 37 тысяч евро. Вот какие ваши мнения, товарищи подписчики?
на 12 европейских косарей разницы. Почему? Пишите в комментариях. Интересно. Кстати, именно эту лодку можно найти на одном из чартерных сайтов. Можно посмотреть стоимость аренды, платные допы, а также календарь броней. Как это? В коронавирусные времена она почти занята. Кто может и это объяснить, пишите в комментарии. Также ее можно и приобрести. На многим известном сайте висит объявление. Для вашего удобства я прикрутил фото с сайта в ролик. Кстати, продают ее те же брокеры, что нам ее и показывали. Вот и все, друзья. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Возможно, кому-то он пригодится, а кто-то просто познакомится ради развития кругозора с устройством яхты. Надеемся, что времена пандемии скоро закончатся. Живите с оптимизмом. Спасибо за вашу поддержку, ваши лайки, комментарии, подписки. Это все, что нам нужно. Кто досмотрел до этого момента, небольшой анонс. В следующем видео мы покидаем гостеприимную Хорватию и едем на Мальту. Там ждет нас еще одна лодка и знакомство с островом.